Самая большая ценность в жизни – это свобода, так как и внутренняя, так и внешняя. Я не знаю, если кто-то считает по-другому, напишите в комментариях. Всем добрый день и здорово всем, кто мне начали писать. Ну что, Андрей вышел, ну и что теперь? Да ничего, мне по большому счету, ну все равно, вообще безразлично. Одно радует, что мамка порадуется за него, хоть побудет сыном. Вот это радует. А на самом деле это проложенная большая работа адвокатами. Адвокаты, я говорил, очень хорошие. И вам наглядный пример, как можно своими амбициями, непонятными желаниями растоптать проект. Я не знаю, как там будет происходить дальше все дела. Ну, просто все как обычно. Порешал за себя, как называется. Вот и все. А то, что он освободился, ну, слава Богу. Я говорил и говорю, я не желал и не желаю никому тюряги. Все, кто ждали, дождались, я вас всех поздравляю, поздравляю маму, дай Бог здоровья ей, родные, те, кто переживали, адвокатам лайк, что выдернули на этом этапе его с камеры, так как по-любому еще будут какие-то судебные разбирательства, это по-любому на подписку выпустили или под залог. Вот и все. А мое отношение личное, мне честно все равно. Вы у меня интересовались, я вам подавал информацию, которую я владел. Все, ни больше, ни меньше. А знать о том, когда выйдет или сколько будет сидеть конкретно, это только могут прокурор и судья. Даже адвокаты не всегда об этом знают. Самое главное, не совершайте ошибки, за которые потом в будущем придется платить. И ошибки, которые этого не стоят. Поверьте мне, этот весь урок ему стал на нормальную копейку. И дело такого рода, что он один на свободе, где все остальные участники проекта. Да, это промежуток времени, может, это все будет решаться. Ну, как всегда, Андруша дома, и все. Это самое главное. А саму суть того, из-за чего это произошло, как это произошло, вы должны понимать это и осознавать. Так что не делайте, не совершайте ошибки, о которых будете жалеть, это раз, и которые вам вылезут боком, станут в копейку. Так что всем ариверде. Встречайте пупсика с откидоном. Всем фарту масти. А самое главное для себя уясните то, а вот, смотрите, для вас. То, что я с этой ситуации беру одно, и для меня самое ценное то, что я не нахожусь рядом с этими людьми, меня с ними ничего не объединяет. У меня есть родные, те, кто меня любят, близкие, честные, искренние люди. И я могу на сегодняшний день находиться в таких местах, посещать такие места, исторические ценности, которым очень много-много лет, столетий даже, скажем так. Так что вот такая вот моя позиция. Так что меньше пускайте яд и пылюку разную. Всем здоровья, берегите родных, близких. Это самое главное. Мира, добра. Это тоже
старинное здание. Это одни из первых застроек, короче, Люксембурга.